специально для куры и для всех, кто не знал как, но очень хотел. Если вы покупаете в Корее пробники, ну, то есть даже не пробники, мини-версии, вот таких вот, вот в таком объеме, тонеры, эмульсии и так далее, извлечь их отсюда практически невозможно, потому что корейцы почему-то действительно, да, как сказала Кура, у них странные вообще познания в сопромате, они считают, что вот из такой вот маленькой пупочки возможно вытрясти что-то кремообразное. Я решаю эту проблему вот так. Берете левую руку, берете флакон и делаете вот так. И через какое-то время все в ваших руках. Выглядит омерзительно, зато работает на 5 с плюсом. Лайфхак от меня.